Бруклине, на Брайтон-Бич, на пляже. Вот справа от меня океан. Уже, правда, холодный, но народ, тем не менее, купается. Вот буквально только что видел несколько людей. Они прям залезают в воду, купаются, вылезают. Сейчас я к ним подойду, сделаю видео. Так вот, вопрос связанный с визой Е2. Виза – это аналог визы ЕБ5, который позволяет купить здесь свой бизнес в Соединенных Штатах, либо открыть его, и с этой визы спокойно въехать сюда, работать по этой визе, въезжать, выезжать. То есть это можно сделать. Я погулял сейчас по Брайтон-Бич. Очень много бизнеса продается, можно спокойно купить бизнес, можно и за $5000 купить, можно и дешевле, можно организовать новый бизнес. Вот буквально за 2-3 дня я погулял и увидел, что здесь есть те такие моменты, которые можно спокойно здесь развивать, то есть конкуренции нет. Я не буду, конечно, говорить, что это, но когда вы сюда приедете, вы это поймете. Главное просто почувствовать эту нью-йоркскую энергетику. То есть здесь очень много возможностей, и вы можете это сделать. Просто для меня странно, когда люди не могут въехать по визе Е2. Это граждане Кыргызстана, это граждане Беларуси, это граждане Украины, это граждане Грузии, Армении. То есть у них есть возможность этим воспользоваться, они это не делают. Но это достаточно непонятно. То есть по факту ничего сложного нет, здесь бизнес покупается за один месяц, то есть вы спокойно покупаете бизнес, становитесь учредителями, едете сюда, открываете счет, становитесь директором и спокойно ведете свой бизнес. Главное показать, что у вас есть средства к существованию, то есть этот бизнес дает вам какие-то деньги. Это может быть новый бизнес, то есть в бизнес-плане мы показываем, какой у вас доход, экономист делает оценку ликвидности этого бизнеса, и если все нормально, вы спокойно можете запрашивать эту визу. Вот. Либо купить уже готовый бизнес с каким-либо оборотом, это будет чуть-чуть дороже, но это тоже возможно. То есть никаких проблем нет. Очень много людей, я здесь очень много встречал граждан и Киргизии, и Узбекистана, и Таджикистана, въезжают по этой визе в том числе и спокойно ведут свой бизнес. Здесь никаких проблем в этом нет. Так что советую вам, рекомендую обратиться в нашу компанию. У нас есть два варианта этой услуги. По первому варианту мы подыскиваем вам бизнес. Наш человек здесь, в Нью-Йорке, если мы говорим про Нью-Йорк, выезжает на место, делает съемку, общается с продавцом, берет какие-то первичные документы, организовываем онлайн-конференцию с продавцом бизнеса, вы с ним общаетесь, задаете вопросы. Наш переводчик переводит. Если у вас возникает уже полная картина бизнеса, вы можете дальше действовать сами. Либо у нас есть пакет «Стандарт», мы вам помогаем полностью переоформить документы, внести изменения в учредительные документы и подготовить вас для перехода на визу Е2, то есть для подачи на визу Е2. Причем на визу Е2 не обязательно подавать в Москве, вы можете подать в любом другом месте, в том числе и в своей стране. Это очень хорошая и выдаваемая по статистике виза. То есть ей можно воспользоваться. К сожалению, для граждан Российской Федерации такой визы нет, так же, как и для граждан Узбекистана. Но это достойная альтернатива переезда в Соединенные Штаты. Рекомендую всем это сделать. Подписывайтесь на наш канал, заходите на наш сайт usa-visa.com и в нашу группу Facebook, отслеживайте наши новости. Всем всего доброго, пока, привет из Нью-Йорка.